каждая вкусняшка имеет свою форму. Но иногда эти формы могут быть не очень очевидны. Добро пожаловать на геометрический челлендж на Дарада. Чур, я буду первый. О, нет. Лучше этого не видеть. Давай, открывай уже. Но там кактус. Не хочу я есть кактус. Он колючий. Ай! Ну вот, теперь из-за него у меня весь рот в иголках. А я еще даже укуса не сделала. Не ной, лучше ешь поскорее. Хорошо, что я хоть от иголок на лице избавилась. Кстати, точно, можно избавиться вообще от всех иголок. Их можно просто срезать обычными ножницами. Ничего себе, гениальная идея. А вы думали? У меня всегда мозги правильно работали. Фу, ну и гадость! Оказывается, иголки – это не единственная проблема. Вкус гораздо хуже. Фу, Мэри, как тебе не стыдно? Извините, вышла наружу. Открывайте свои крышки. Вы только посмотрите, какое аппетитное у меня мороженое! Так и хочется поскорее его съесть. А ну, стоять! Ничего ты не съешь. Почему? Мороженое круглое. А у кого сегодня круглая еда? У меня. Так что не получишь свои шарики, они мои. Такие вкусные. Ах так. Ну, держись у меня. Посмотрим, справится ли мороженое с теплыми потоками воздуха. Ну что, тепло тебе? Я бы, конечно, съела тебя и так. Но злая Мэри не дает мне этого сделать. Так что придется действовать жестоко. Что произошло? Почему мороженое растаяло? Потому что оно мое. Видишь, рожок треугольный. А все мороженое теперь в нем. Ммм, как вкусно. И очень аппетитно. А то, конечно. А ты чего смотришь, Челси? Только ты и осталась. Точно. Вот это повезло. Какой сюрприз. Вы только гляньте, какой большой и аппетитный сэндвич. Там внутри столько ингредиентов, что даже сосчитать невозможно. А на вкус просто сказка. Прямо тает во рту. А что это капает? Кажется, кетчуп. Надо же! Да еще и вкусненький такой! Я должна заполучить этот сэндвич! И я даже знаю, как! Чего тебе, Мэри? Мне? Я ничего! Вы пока разбирайтесь, а сэндвич мой! Смотри, что Клариса делает с твоей едой! Ах ты! Да как ты смеешь? Смею! Вообще-то сэндвич мой! Видишь, он теперь треугольный. Значит, ты не имеешь на него никаких прав. Понятно? Значит, ты решила устроить войну? Ну что, будет тебе война. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Какой все-таки вкусный сэндвич. Тут явно что-то не так. Помогите! Помочь? Вот, запей. Там как раз остренький соус в бутылке. А, за что ты так со мной? Будет знать, как брать чужую еду. Девочки, я буду первой. Смотрите, какой аппетитный тортик. А что же у меня? Ой, корейская лапша. Это странно, но, наверное, вкусно. Мне точно повезет. Я же говорила, у меня вон какая большая и аппетитная пицца. Чур, я есть буду первый. А ну, стоять! Видишь, у тебя на тортике есть ягодки. А они круглые, значит, мои. Так что давай их сюда. Ягодки? Круглые? Значит, мы теперь все рассматривать будем. Ну, хорошо. Вот твои ягодки, лови! Тебе идет грязь на лице. Смейтесь сколько хотите. Зато теперь все ягодки мои. Бе-бе-бе. Зато у меня есть вкусный крем. И такой же вкусный тортик.
Между прочим, внутри тоже есть ягодки. Но я их уже съела. Очень вкусно. Мэри, твой черед. Точно, я как раз успела проголодаться. Поэтому прелестные кусочки пиццы будут очень даже кстати. Кусочки? Точно, они же треугольной формы. А все треугольное мое. Так что быстрее отдавай мою пиццу. Нет, не отдам, она моя. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Давай сюда, сказала. Это мое. Нет, мое. Отпусти. Сама отпусти. Ой. Почему вы ругаетесь? Пострадаю я. Так нечестно. Но пицца все равно моя. Ясно тебе? Мне не важно, чья это пицца. Все из-за тебя, Мэри. Да как ты смеешь? Из-за тебя я уронила пиццу. Но ничего, ты у меня получишь. Вот тебе, получай. Хватит, прошу, перестань. Надеюсь, она и так будет вкусной. Мы все в этой лапше утонем! Спасите! Бесконечный поток! What? А кто виноват? Мэри! Она все сломала! Слушайте, а лапша в таком состоянии очень даже ничего. Мне нравится. Совсем уже. Сухую лапшу ест. Открываем крышки на счет 3, 2, 1. Ура, мне повезло! Скитлз! И мне тоже. У меня хуба-буба. А у меня морковь. Это очень странно. Согласна. Но чур первый буду есть я. Для начала нужно просто избавиться от фантиков. Это было просто. Теперь все жвачки нужно поймать ртом. Но делать это все одним способом крайне скучно. Поэтому гораздо веселее по-разному бросать эти вкусняшки. Ого! Да ты настоящий профи! Браво! Спасибо, девочки. Но это еще не все. Пришло время пузыря. Не смешно. Первый блин всегда комом. Ну вот, из-за вас я потеряла жвачку. Фу, она вся в волосах. Такую даже жевать нельзя. Это мерзко. Ничего, все равно было круто. Мэри, твоя очередь. Наконец-то. Я весь день мечтала именно о Скитлз. Как хорошо, что именно мне с ним так повезло. Я обожаю эти конфеты. Они яркие и такие вкусные. Кстати, почему бы не сделать так, чтобы все видели, какие конфетки красивые? Смотрите и завидуйте, как много у меня классных конфет. К тому же они очень-очень вкусные. Значит, хочешь, чтобы мы завидовали? Ну ничего, я знаю, как тебя проучить. Перестань! Ой, я не хотела на вас, простите. Ничего страшного. Зато теперь и мы можем попробовать Скитлз. Точно. Получилось даже весело. Мне понравилось. Но, Клариса, у тебя еще есть целая морковь. Ешь. Ладно, попробую. Слушайте, а морковь-то это очень даже вкусно. Я теперь понимаю, почему зайцам и кроликам так она нравится. Ой, со мной что-то не так. Это была отравленная морковь. Я злой заяц. Я ем всех, не только морковь. Злой заяц, бежим! Трусихи, это же просто маска. Странно, откуда дым? Кажется, из-под моей крышки. Конечно, это же свежие бельгийские вафли. А что у вас? У меня арбуз. К тому же огромный. А у меня перец. Тоже очень немаленький. Кошмар! Ну, значит, ты начнешь. Нет, прошу, он же такой острый. Ладно, буду надеяться, что все будет окей.
Этого мало, кусай еще. Нет. Давай, давай еще, кусай. Может, хватит? Мне уже плохо. Это даже выглядит жутко. Я вся горю, помогите! Только нас не спали! Аккуратно! Кажется, приступ закончился. Можно есть. А, моя вафля! Все это из-за Кларисы. Нужно тебя потушить. Дай сюда арбуз. Куда? А мне что есть? О, мне и правда легче. На, доедай свой арбуз. Там ничего не осталось. А, нет, осталось. Круто! Значит, я могу полакомиться. Ну вот, и только у меня совсем ничего не осталось. Еще больше таких же безбашенных челленджей всегда можно найти на Дорадо. Оставайтесь с нами, будет круто!